Привет, с вами Даниэль. И я. Сегодня вместе мы распакуем и соберем большую игрушку. Паркинг четырехуровневый. Ого, какой он большой. Ну, мы с легкостью его соберем. Смотри, он 610 миллисантиметров. Ну что, открываем? Да. А, вот, стой, скотч. Да. А. Сейчас, Даниэль. Стой, осторожно. Даниэль, мы забыли на всякие инструкцию. Ну что, начинаем сборку? Поехали. Так, сначала нужно это. Не, надо сначала собрать вот такие, давай прямые. Мы сначала соберем прямые. Такую? Нет, стой, смотри. Мне нравится эта огромная парковка. Здесь целых 4 этажа. 1, 2, 3, 4. И несколько машинок. Гоночная, легковая и грузовичок. Я думаю, грузовичок может подвозить бензин для заправки, который находится на самом первом этаже. Отлично, без бензина мы не останемся. Я очень люблю скорость, поэтому я буду управлять гоночной машинкой. Эпи, покури обычную легковую машину. Чтобы гонка могла летать, я же готовлюсь к соревнованиям. Ей надо проверить колеса, но лучше это сделать в автосервисе. Наконец-то. А тем временем грузовик везет бензин на заправку. Поворачиваю. И вот я привез бензин на заправку. На всякий случай заправлю грузовичок, чтобы не заглох в пути. Давай тебе молоко. Давай. Пора и мне подзаправиться. Чтобы машинка силкала своей чистотой на городских улицах, куда я направляюсь, ее надо немного помыть. Готово! Теперь это будет самая красивая машинка в городе. А я пока что грузовичок на 4-й этаж на стоянку поставлю. Первый. Второй. Третий этаж. Четвертый этаж. Приехали. Давай по очереди подкатываемся с гонки. Давай. И вот. Теперь я. Отлично, полковка. Удобно и с полезными строениями. Если вам понравился этот набор, ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока.